Привет, меня зовут Александр, и я расскажу вам о сварочном аппарате для полимерных труб Solaris PW1501. Solaris PW1501 – это мощный сварочный аппарат с двумя режимами нагрева, набором насадок от 20 до 63 мм и дополнительными аксессуарами. У этого сварочного аппарата высокая мощность для продуктивной работы с различными диаметрами. Максимальная температура 300 градусов по Цельсию, а нагрев до этой температуры до 5 минут. Регулировка температуры и два режима нагрева позволят выбрать оптимальную температуру для работы. В комплекте также идут 6 насадок с антипригарным покрытием, стальной кейс для хранения и транспортировки, 3-метровая рулетка мини-уровень и ножницы для резки труб. Сварочный аппарат для полимерных труб Solaris PW1501 будет отличным помощником при прокладке сантехнических коммуникаций.